Так, други мои, всем привет. Берем фаршичочек, морковь, лучочек, котлетки для любимой сестры, жены моей. О, выговорил! Будьте с нами. Лучочек берем. Меленько стараемся порубать. Порубать меленько, потому что в котлетке, чтобы фарш выбьем, хорошие котлетки сделаем, прям супер. О. Над землёю. Вот этот крупнячок, который остается, мы отдельно в емкость складываем, на кордачок пойдет. Мне нужен мелкий лучок. Очень мелкие, сочные котлетки нужны. Сочные, восточные. Будьте с нами. Так, други мои, вот видите, да? Меленько нарубал лучок. Вот. А это вот полукольцами. Сейчас морковчу еще, морковочку нарублю. А это наш фаршик. Ох, вкуснятина сейчас будет. Так, други мои, в лучок мы добавляем фаршика. Ну, у меня вот здесь приблизительно получилось один, знаете, где-то четвертинка лука, четверть лука и фарша. Ну, на одну часть даже больше чуть-чуть, половина. Больше половинки фарша. Вот. Сейчас, смотрите, буду вымешивать. Какая консистенция получится. Соль по вкусу. У меня вот видите, нету ложек. Просто рука вот, не знаю, как она набита или разбита. Ну, потом попробовать. Перчик и калиандр. Так, по-моему, не, да, калиандр или как-то. Сейчас попробую прочитать, что за приправа. Я ее передробил. One minute. Короче, други мои, знаете, вот это... Приправа, не нашел пачки, они таким, там такие вот маленькие шарики, как на черный перец похож. На букву К точно называется, по-моему, калиандр. Не знаю, вы только, пожалуйста, не судите строго. Мы приправами пользуемся теми, которые, ну, нам по вкусу, нам нравятся. Название, ну, вот в магазин захожу, нахожу, беру. А тем временем вот так вот вымешиваем наш фаршик. Ох, котлетки сила будут. Ну вот так, други мои, еще выбиваю фарш. Еще раз подмешиваем. Котлетки, думаю, супер будут. Не думаю, уверен. Други мои, ну... Теперь мы переходим к самому прекрасному. О, бас. Бас будет. Ой-ой-ой, вкусняшка. Так, мяско. Ножки обязательно. Наша. Так, тут еще вот челюсть передняя. Язык обязательно будет. А вот еще требуха. Требуха баранья. Вот кишочки, как я там сплетал. Все. Сейчас просто делаем такую, знаете, нарезочку, чтобы в роту попадало. Ну вот. Вот так вот приблизительно. Так вот нормально. Да. То не, мельчить тоже не надо. О, вот эта книжечка. О, ё-моё, не показываю. Вот эта книжка называется. Блин, такая вкуснятина. Деликатес. Вообще обалденная. Обалденная вещь. Но, други мои, здесь специалистам за эту часть кишочки, наверное, говорить не надо. Не надо за эту часть говорить. Она сама за себя говорит. Такая вкусняшка будет. Обалдеть.
Будьте с нами. Никуда не уходим. Так, други мои, вот, нарезали кишочки. К ним, конечно, мы добавим, да, обязательно добавляем мясо. Ну как? Чистоган мясо. Обязательно это. Обязательно. Берем по суставчикам. По суставам. Надрезаем по суставам, надрезаем. Так, тут будет и голова, поэтому эту я часть просто, ну, возьму вот так вот, полосну так просто. Срезать не буду мясо. С этой кости я вот так не полностью, с двух краев как бы вот так вот снимаю мясо, на косточке оставляем по-любому мясо, вот, чтобы оно осталось. Здесь делаем опять хирургическое вмешательство, все по суставчикам. Эту косточку тоже будем запекать. Ох, с костей вообще шикардос. Так, ну, мясо тоже нарежем. Мясо надо. Как мы без мяса? Так, други мои, все по фэншую. Казан зажгли. Эх. Добавляем масло и нагреваем. А кому сейчас легко? Будьте с нами. Так, други мои, все, масло нагрелось. Вот. Запуливаем вас. И все остальные ингредиенты. Периодически помешиваем. Понимаю, вот как дошло мясо, подзолотилось, золотистенькое стало. Добавляем лучок. Добавляем лук. В этот момент солим. И перемешиваем. Дальше. А дальше, други мои, закрываем и все оставляем 2-3 часа минимум. Так вот, выкладываем голову по фэншую, все, что было. И накрываем все. Все, други мои. И даем соку лука работать с мясом. Раз, поколотили. Хопочки, положили. Еще один кусочек взяли. И тут главное, чтобы одинакового размерчика были. Вот видите? Други мои, вот такая вот приблуда есть. Обана. Смотрите, накрыли, прижали. Накрыли, прижали. Накрыли, прижали. Опана. Красота.
Опачки. Дима, посмотрите, какая красота. Опа-на! Все очень просто. Берем, выкладываем. Берем, выкладываем. Опачки. Опа-на! Красота! А блюдо сегодня будет вообще сногсшибательное, я придумал. Made in Kazakhstan. Будьте с нами до конца и увидите. Люди мои, вот берем, посмотрите на этом этапе. Оп. Опа-на! Вот это котлетища! Вот это по-нашему. Made in Kazakhstan. Други мои, ну вот такую вот, ох, деликатесище мы имеем. Други мои, всем привет. Ну и что, вот сейчас вот смотрите, вот мы с Маргаритой Петровной. Привет. Продемонстрируем вам бургер или гамбургер по-казахски Made in Kazakhstan. Для этого, посмотрите, берется одна лепешечка. Ингредиенты... Маргарита Петровна, вы тоже самое. Ингредиенты любые. Вот я капустки захотел. Вот здесь есть сырочек. Ну, самое главное, вот хлебушек, булочка, вот надо, чтобы вот такая вот прозрачная она была. Вот прозрачная, ее вот ставим. И следующим этапом накрываем наш бургер. Вот это вот бургер по-казахски, Made in Kazakhstan. Вот смотрите, Маргарита Петровна тоже занимается. Все, что хочешь. Опа-на. Оп-оп-оп. Нет, надо развернуть. Вот, чтоб... Опа-на, елочка. Так. Вот это бургер Маргарита Петровна. Вот обратите внимание, хлебушек вот тут должен. Вот, 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 чуть-чуть прозрачный. Марго. И бургер вот. Made in Kazakhstan. Следующим этапом что? Дегустация. Тут просто вот берем, нанизываем и нарезаем. Ой-ой-ой. Там, ну ничего страшного, все поправится. Бургер. Так, вот у меня еще перчик есть. Оп. Какая вкуснятина. Обалденно. Сочность, вот. Будьте с нами. Made in Kazakhstan. Алга Казахстан. О, Марго Петровна. Подписываемся и лайкаем. Так, други мои. Ну что, момент истины. Хопочки. Посмотрите-ка. О, сейчас покажу. Блин, а, тень. Как передает камера. Ой, прелесть. Это посмотрите, вот. Косточки уже оголились. Эх, как он за... томился. Супер. Так, ну а тут-то, други мои, ничего сверхъестественного нету. Берется вот так вот мясо. Так, бас по фэншую, надо будет его потом наверх положить. Это по фэншую. Посмотрите, какая красота, ё-моё. Вот это кавардачок. Вот такая красота, други мои. Оба-на! Оба-на! Красота! Блюдо называется Волчья Поляна. Волчья Поляна. Ха, почему? Два волка, потому что. Вот один южный, а вот южный, а север, северная волчица. Ха, а почему? Барана завалил первый день, ну думаю, там, чтобы человека уважить, туда-сюда добавил картошечки. Она мне заявляет, говорит, ты что, блин, я же картошку не ем, ё-моё. Во! Встретились два одиночества! Будьте с нами! Самый почетный гость, вот Бас, вручается ей. О! Спасибо.
Ну а мы скромненько. Так, Маргарита Петровна, вам надо пробу сразу срезать. Там что-нибудь хоп. Где поближе. А мы пока тут. Вкусняшка. Приготовлено с любовью. Требушица. Други моя, это вообще тема. Два волчары. Теперь всем понятно, да? Песня про волков. Остались от козлика рожки до ножки.